Размещение информации о кандидате в государственных средствах массовой информации – одна из главных составляющих предвыборной агитационной кампании каждого кандидата на пост главы республики. Прошедшая жеребьевка определила номер газеты «Красное знамя», в котором будет опубликована информация о каждом претенденте. Кандидаты получат установленную печатную площадь для привлечения голосов избирателей. Уважаемые коллеги, сегодня в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов главы республики Башкортостан проводится жеребьевка по предоставлению печатной площади на безвозмездной основе в региональных государственных средствах массовой информации. Проведение жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в государственном периодическом издании газете «Красное знамя» поручено территориальной избирательной комиссии. Прозрачность жеребьевки была обеспечена наличием конвертов с указанием номера издания и полосы газеты внутри. Никаких опознавательных знаков, с помощью которых можно было определить фамилию кандидата, не было. А значит, каждый имел равную возможность появиться либо в самом первом номере газеты, либо в последнем за несколько дней до выборов. Всего на пост главы республики претендует 8 человек. Кто из них станет новым лидером, узнаем по окончании выборов, которые состоятся 8 сентября. Карина Анисимова, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».